Спасают, несмотря ни на что. В Казахстане все чаще происходят случаи издевательства над животными. Собак и кошек забавы ради калечат, удушают и даже поджигают. В то же время животные преданно служат людям, спасают жизни и помогают ловить преступников. О хвостатых, которые работают спасателями, наш следующий сюжет. Есть пострадавшие? Например, в лесу у человека... Вы не видите, ну, далеко, правильно? Кругозор маленький, а собак с помощью своего обоняния он обнаруживает. Чувствует запах и идет к потерпевшему. Например, если он в бессознательном состоянии, и собака начинает облаивать. Кинолог слышит это, идет к собаке, обнаруживает и дальше. Ай, добро! Хорошо, молодец, девочка, молодец. Ай, да молодец, браво. Браво! Это нелегкая работа. Собаку обучить, к тому же участвовать в поисково-спасательных операциях, в аварийно-спасательных работах. Те люди, которые, ну, у которых стержень, потому что с собаками не всегда получается легко их подготовить. Где-то что-то не получается, приходится себя подстраивать. Работаю с 2015 года. Профессия нравится, то, что постоянно собаками занимаешься и спасаешь людей. Обожаю собак. И я не понимаю вообще вот это вот, то, что показывают по телеку, издеваются над животными, над кошками, собаками. Во-первых, она как друг идет. Ты должен на нее, допустим, когда работаешь, когда ищешь человека, ты должен довериться ей. По сути, она мой напарник. Это он успокаивает собаку, готовит к работе. Бок о бок уже столько веков живут рядом с людьми. С ними жестоко обращаться – это вообще нечеловечно, я считаю. Крайне негативно отношусь к этому. Ну, злости не хватает это выразить. Столько много случаев, это всем известных случаев, когда собаки спасали людей. Это не обязательно приученные собаки. Просто даже, как вам сказать? Обычные домашние, даже не домашние. Бывают и дворняги, я не знаю. У собак это такое отношение с человеком, прям тесное. Вернее, животного нету, да, вот. Верные собаки, они, получается, служат, доверяют. Это со стороны людей относится как предательство к этому животному. Сколько фильмов пересмотрели, да, про Хатико, какие они верные. В Великой Отечественной войне сколько их использовали. Собаки-санитары, собаки-саперы, ну, минно-розыскные. Если бы собак не было, мы бы... Нет такого аппарата, который еще придумали, который обоняние собаки может заменить. Вот. Если бы не было собак, мы как без руки, наверное, были, входили бы. Молодец! Хорошо! Хорошо! Так, ну, разгуливаться.